Привет, друзья! Добавляется ко мне товарищ, начинает писать о том, что бандрейд у него заблокирован, я человек, хороший человек, со скинами, не буду его обманывать. И он мне предлагает такую штуку, что он закидывает мне монет, и я вывожу ножи. Продаю, отдаю ему, один себе там оставляю, два оставляю, неважно. Ну, сейчас потом, что с этого получилось. Вот он сайт, очередной развод на ваши скины. Я ему, давай мне типа монеты, там, что делать. И пишу о том, что этот сайт разводом. Не отвечает, потому что не может такого быть, он человек с ножом, у него просто бантрейды висит. И он не собирается никого обманывать в жизнь. Ну, тут мы с ним долякаем. Тупо ля-ля-ля-ля-ля-ля, не более того. Вот, и он мне что потом говорит? Я тебе монеты скину, ты типа зайди. Вот я захожу на сайт. Сейчас загружаемся. Ну, мы уже видели этот движок очередной, да? То есть мы знаем всего, как что-то. Ну, развод. Тут я начинаю проверять информацию в сайте. Нахожу, что он с 30-го января работает. Вот, пишу ему об этом. Чекаю профиль его, его инвентарь, да, ножик есть. Единственное, что самое весомое, это, наверное, ножик с этого за всего. Он мне пишет, напиши, пожалуйста, в чат. Я тебе монет переведу. Ты говорил, что перейдет мне 20 тысяч монет. На самом деле получилось так, что мне перевел 30 тысяч монет, скинул группу ВК, и такие же рулетки, что типа депозит есть. Глянул, там 5 тысяч человек всего в группе. Вот, я там почитал, хрен его знает. Я скинул описание, там сами понимаете. Вот, и далее он мне перевел уже 30 тысяч монеток, пишу, да, я получил. Давай, буду сейчас выводить. Я ничего не смогу смог вывести, потому что надо положить еще 5 тысяч коинов сюда. Вопрос, зачем мне ложить бабки, если у меня они уже есть? Мне пишут, нет, 16 июня 2016 года Valve запретила это. Какое отношение Valve имеет к этой рулетке? И для чего я вообще должен коин носить еще? Пишу ему, что вещи рулить не буду. И я не собираюсь. Кому монеты ему вернуть, и все. И смотрим на сайт. Смотрим, что у нас произойдет. А произойдет у нас следующее. Нашли типа к сайту, вот так не выступает, да ладно. Ребята, не видитесь на такие разводиловы, вообще не видитесь. Будьте бдительны и аккуратны. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, лайком поддержите.